что он хотел? А что он хотел? Он сам полез в это противостояние. Он думал, что поскольку у него такой высокий рейтинг, что можно не договариваться. Да не бывает так в нашей стране. В нашей стране всегда надо с кем-то договариваться. Это суть нашей политики. А ты хочешь и на елку залезть, и иголками не поколоться? Нет, так не бывает. Поэтому, конечно, его подставляют и будут подставлять на каждом шагу. Не говоря уже о том, что его команда вообще сами по себе довольно противоречивые ребята. Они постоянно толкают всякие разнонаправленные месседжи. Вот один из команды говорит одно, другой из команды говорит, нет, это его личное мнение, это типа не наше общее мнение. А кто ты такой вообще, товарищ Зеленский? Ты сам-то за что? Ты за красных или за белых? Ты налево или направо? Он хочет и сесть, и съесть, и костью не подавиться. И только благодаря этому, что есть еще наивные люди, которые слышат только то, что сами хотят слышать, его рейтинг пока что держится. Но насколько я слышала, уже начал потихоньку.